Приветствую вас. Чисто внешне я вот могу сказать, да, чисто внешне, что у вас, вероятно, несколько разные темпераменты просто. То есть, вам нужно одно, вашему партнеру нужно другое. Вот, и, соответственно, есть ощущение такое, что вы просто по темпераментам не сошлись. Вот, особенно если человек интроверт, такой закрытый, больше в себе, с такими вот нечастыми проявлениями своих, значит, ну, своих переживаний, да, нечастыми проявлениями эмоций. Вот, и вы, соответственно, такой более эмоциональный, более, может быть, такой чувствительный, да, и всякое такое. Поэтому первое, это то, что вы не подходите по темпераменту. При том, что чисто внешне, у вас могут быть определенные какие-то общие черты, общие составляющие. Вот у вас могут быть какие-то общие моменты, которые вас могут объединять. Вот. Но при этом этого может быть недостаточно для того, чтобы вот выстраивать отношения. Понимаете, да, что я имею в виду? Дальше. Следующий момент. Вопрос, что между вами общего, остается открытым. Что конкретно между вами общего, что вас объединяет, что вас связывает между собой? Вот, это очень важный момент, потому что, по сути, если у вас мало общего, то я не удивлен в таком случае, что, значит, ну, что ваши отношения завершились, потому что если между людьми недостаточно связи, вот, то, соответственно, такие отношения рано или поздно приведут к расставанию, к сожалению. Так что здесь ситуация такая, достаточно непростая. Значит, вы пишете, что ваш партнер ушел в себя. Я так понял, что это произошло в какой-то степени внезапно. То есть, вероятнее всего, вас было слишком много для вашего партнера. Вот. И тут, конечно, нужно обязательно вот поисследовать этот момент. Было ли вас для него слишком много или нет?
Также у меня есть такое чувство, что вам нужна подпитка. То есть, ну, у меня есть ощущение, что вам нужна подпитка и поддержка. Вот. То есть я имею в виду, что без этого вам сложно, без этого вам тяжело. Вот. То есть в какой-то степени вы самодостаточны. А здесь, на мой взгляд, к моему большому сожалению. И это может быть проблемой, если вы не самодостаточны. Вот. Поэтому вашим партнерам это может ощущаться, что вы не самодостаточны, что вы пытаетесь как-то вот, ну, за счет человека выезжать, и это его может отталкивать. То есть как только вот такой человек, как ваш партнер, почувствует, что от него чересчур зависит, потому что он может сам пытаться как-то вот эту зависимость, ну, провоцировать, да, скажем так. Вот он будет отдаляться, потому что у такого человека есть, как правило, страх близости. Вот это он, ну, практически всегда такая штука. Страх близости имеет место быть у людей подобных ну, вашему партнеру. Вот. И соответственно, в этом направлении тоже нужно, значит, в этом направлении тоже, получается, вам нужно работать. Вот. Такая вот история. А что делать, решать вам. Свое время вы не забудете, которое провели, извлечь опыт, разобраться в себе, из-за чего вам плохо. Может помочь специалист. Обращайтесь. Всего вам доброго.